филе индейки нарезать средними кусками. Сложить нарезанное филе в глубокую миску и залить молоком. Оставить примерно на полчаса. Переложить кусочки в чашу блендера. Добавить соль, черный перец, щепотку мускатного ореха, паприку, манную крупу, нарезанный зубчик чеснока и молоко, в котором замачивалось филе, по необходимости. Измельчить до состояния фарша. Полученный фарш переложить в кондитерский мешок или крепкий полиэтиленовый пакет и срезать кончик. Далее расстелить пищевую пленку или кусок разрезанного рукава для запекания и выдавить на один его край полоску фарша. Плотно свернуть, формируя будущие сосиски. Концы пленки закрутить и крепко завязать ниткой. Закипятить в кастрюле воду и опустить в нее сосиски. Варить 4-8 минут. Все зависит от толщины сформированных сосисок. Выловить сосиски и удалить пленку. Подавать горячими, с кетчупом, соусом или горчицей.